4 украинских регионах, частично контролируемых российской армией, стартуют так называемые референдумы о вхождении в состав России. Назначенные Москвой власти Херсонской и Запорожской областей, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили, что в течение нескольких дней созданные ими бригады будут обходить дома местных жителей. Голосование на участках состоится только 27 сентября. Потому что я за Россию, за нас, за всех, как говорится, луганчан, Донбасс. Хочется уже какого-то понимания, стабильности. На референдум пойдем. Россия – это мощная страна. За ней будущее, за ней сила, за ней правда. Поэтому быть частью России – это наша большая, как бы сказать, желание. Мы этого долго ждали. Служба безопасности Украины утверждает, что в Донецке голосованию планируют привлекать несовершеннолетних. На Западе так называемые референдумы и объявленную в России мобилизацию называют новым витком эскалации. А высказывания Владимира Путина о защите территориальной целостности расценивают как угрозу применения ядерного оружия. В ЕС заявили, что своими действиями Кремль стремится легализовать оккупацию, а о свободном волеизъявлении на этих территориях не может быть речи.